Идет подготовка к Масленице. Нам даже площадку перед рабочим зданием убирают, раскидывают соля, химикаты. Сейчас придут дети, будут всем этим дышать. Ну, хоть снег убрали. Давненько ничего не записывал в плане видео, да и аудио. Скорее бы конец февраля. Почему-то себе отмерил эту планку, что в конце февраля все поменяется, будет больше времени, и я займусь своими личными делами. Но хочется уже. Иногда бывает, лежишь дома без дела. Можно, в принципе, заняться чем-то, видеомонтажом каким-то, либо подкастом. Но что-то прямо тянет на дно, какая-то мысль такая дурацкая, навязчивая мысль, что что-то сейчас работа, день через день, хочется отдохнуть, попялиться в телевизор. Мне кажется, это называется прокрастинация, когда ты оттягиваешь момент, когда нужно что-то сделать. Но то, что я хочу сделать, никакими рамками не регламентируется. И поэтому здесь, наверное, я сам себе враг. Вы поняли мою мысль. Тот еще подкаст «What Vlog Life». Я пошел собирать фототехнику и заниматься фотографией. А еще и видео, и аудио. И не бог пойми, с чем. Ха-ха. Кстати, сегодня будем тестить новую оптику, которую я недавно приобрел. Так что можно сказать, это прям видео распаковки. Блин, давайте на подоконник все положим. Фотоаппарат Sony Next 5R. Japan. Made in Japan. Урвал последний. Последний из магикан. Короче, штучка маленькая, но тяжеленькая. Говорится, что это замена зеркалкам. Потому что съемный объектив, еще поворотный дисплей, который может как угодно поворачиваться. Но вы видите, одной рукой неудобно. Даже на себя можно повернуть, но мешает вот этот горячий башмак, который мы с медперсоналом закрепили вчера. Сейчас надо будет выяснить, повесить вспышку. Потому что света мало сегодня, друзья, пасмурно. К нему еще объектив. Дома валяются штуки 3. Вот будем снимать на него. Отдельная история доберется до подкаста, как я выбирал, как я вообще доставал этот чудеснейший аппарат. Вот. Но пока вот такая штучка. И вот я сейчас понял, что, блин, я совершил большую ошибку. Видите, большой винтик посередине. Короче, чтобы снять горячий башмак с этого аппарата, нужна отвертка. Где найти отвертку? В детском досуговом центре. Можно найти безопасные ножницы, но отвертку... В общем, пойдемте искать. Я сломал ноготь и нашел скрепочку. С помощью нее, как я понял, можно как-нибудь это открутить. Наверное, оно ничего не видно. Короче, поверьте. Поверьте мне, можно, если очень сильно постараться. О, видите, сдвинулось. Я чувствую себя взломщиком. Спустя 3 часа я это сделал. Теперь берем вот такую коробчонку. И в ней находится сама вспышка. То есть помимо того, что можно подключить горячий башмак, вспышка есть еще такая миниатюрная. Шмаляет на 7 метров. Но это, в принципе, будет достаточно. И тоже крепится она в это устройство. Под названием мультивход USB. А чтобы прикрутить, нам уже не понадобится ничего. Тут где-то есть колесико. Вон оно. Его подкручиваем, и все крепится. В общем, буду делать это не на съемку, так неудобно. Все, закрепил. Вот такая теперь конструкция. Помимо, кстати, вспышки, сюда еще можно повесить микрофон. Но я его не взял, так как это... не поможет выполнению моих сегодняшних задач. Рабочий продолжает работать. Девочка переодевается в соседней комнате в русских женщин, точнее в нарядах.
4 живые и 1 поддельная женщина. И первый выступающий. Очень сложно снимать и вести видеовлог, ну, но там уже съели все блины, выпили весь чай, поиграли, посмотрели. Если получится, я включу ролик, что снимал на Next 5, мой видеовлог. Снег идет, трудно снимать, но ничего, очень круто. Я не знаю, что сказать. Я устал. Масленица, вау. По-моему, у меня депрессия, друзья. Все, друзья, закончилось. Закончилось торжество под названием Масленица. Сегодня только первый день. Завтра едем в усадьбу Михалкова. И благо все находится на районе. Так называемая удобная работа, это хорошо. Единственное, что напрягает, что большую часть времени я сижу за компом. Ну, знаете, такая офисная работа. А потом где-нибудь посреди месяца вызывают, иди, беги на съемки. Ну, потому что это круто, интересно. И организм просто не подготовлен к этим съемкам. Спина отваливается, все болит. Но надо тренироваться. Так что как только потеплеет, снова зал, снова тренировки, бег и прочее. Штука для повышения иммунитета и мускул моего организма. Ай, я нарушаю правила дорожного движения. В субботу проведем мероприятие. И у меня будет целый выходной в воскресенье, когда можно будет отдохнуть. Я запишу подкаст. Обещаю сам себе на этом видео, потому что если я его не запишу, и вы не увидите его в моем канале Telegram, даже не в моем, в нашем, потому что создал я его для вас, то можете называть меня Сашок. Я не знаю, как можете меня называть, называйте меня как хотите. Короче, буду снимать так, из-под подбородка. Да, выгляжу стрёмно, у меня руки просто уже не держат телефон, потому что я 3 часа провел за камерой. По поводу Масленицы, честно, не знаю историю этого праздника, но мне кажется, что зима, типа, голодный год, ой, голодное время года, еды мало, и поэтому люди голодали. И как только зима уходила, появлялось больше разнообразных всяких зверей, и поэтому люди потом начинали отжираться, скажем так, пополнять свои запасы. Снял шапку, потому что что-то неудобно. Лоб чешется. А насчет Масленицы. Понятно, что чучело — это символ зимы. Мы его сжигаем, потому что зима уходит, приходит весна, и все просыпается. Всегда меня интересовал вопрос, нафига красят яйца в Пасху? Вот, просто не знаю первопричину всего этого. Но это интересно. Лень просто лезть в Википедию, в Google и все это узнавать. Вообще подумал сейчас зайти в парикмахерскую или в салон, так называемый, груминг. Нет, обычно себя будут стричь. И снова поменять свой имидж. Господи, тут такие сугробы, пипец. Пришел, значит, я домой и наблюдаю вот это. Так, ко мне. Давай, иди. Это что такое? Это кто сделал? Буковский? Чарльз? Ну ты подхалим, а. Отснял второй день Масленицы. Куча народу. Это не для видеовлога. Фух. Устал.